Вот так вот мы приехали. И теперь мы вот сюда. Здесь музей. Музей паровозиков, да? Каких-то. Да, вроде бы должен быть какой-то заброшенный человек. А вы готовы для паровозика? Так, ну что, выходите. Модели. Интересно. Дядя, наверное, всю жизнь построил вот такие вот модельки. Так вот, расскажите что-нибудь об этих часах. The next train will depart at. Это значит, что следующий поезд, да, будет отправляться через какое-то время. Вот такие раньше старые часы были, да. Колокольчик, да, смотрите. По колокольчику можно так. Да. Ну что, отправляемся. Вот тут вот такие весы еще. Да, тут такой маленький поезд, да, и на нем тоже можно гонять по мини-рельсам. А. Вот, в 50-м тут, да, старые тарелки тут, знаки. Что тут у нас есть? Да, это самый быстрый. Опять модель у нас, да? Модели всякие. Вот у нас тоже. Вот одежда, да? Одежда машиниста, наверное. Так, здесь что-то старое скамейка. Они, наверное, миллион лет сдали. Это все вот играть. А ну что у нас целый городок. Целый город, да, слушай. Да. Потом. А, ну и вроде. Картинки тут старые, да? Empire of India. Pembroke Castle, да? Жалко, здесь настоящих каких-нибудь старых поездов не ожидают, что мини-музей. О, светильники, да? У нас светильники такие. Нужно посмотреть, что у них, как там все было. Вот там такое стекло. Свечка там светила, ну что, непонятно. Так, а тут что? Тут
старые вот такие вот, все для железнодорожных приспособлений, да? Бам, такой зачетный, там он тут бегает снег и в дождь, все включать, да, вот тут аппаратики какие-нибудь вот такие вот, что тут электрический, line, clear, normal, train, online, вот смогу тут все переключаешь. Тут вот такие аппараты, да, вообще мега древность. Что-то такое, там краты какие-нибудь, там краты. Хотел сказать, в поезде колесо. Там крата посадил, о, телефончик вообще за счет. Где такое, это мега древность. Тесла аппарат, думаю, который зарядку бегать подошел. Тачки здесь зачет. И только бочек еще не будет. И вот еще не вот сюда свечку поставил. Вот еще не так, сам посмотрел, куда надо. Нажимаешь кнопку, тут все начинает двигаться, да? Поезд едет. Настя, нажимай кнопку. Поезд остановился. О, поезд поехал, да? Такие кадры, вот фотография, где показывается, что авария. Старые поезда, вот так они выглядят, когда рушатся. Такая табличка General Waiting Room. Еще такой знак стоп, да? Вась, скажи, что здесь продают? Поезда! Здесь продают целую кучу поездов, да? Какие хочешь? Вот такие, такие, да? Такие еще. Лампа. Лампы здесь старые, эти, да? Вот это билеты продаем, да? Вот тут куча Thomas & Friends. Английская популярная фирма Thomas & Friends. Так, тут игрушки покупают. И тут даже самолеты продают. Корабли все. Алиса, выбирай, кому подсадишь. Ага. Настя, у нас пост-офис, да? Ну вот тут им так интересно так, да? Такие домики. Можно купить билетик, да? Вот мы нашли такой паровозик, да? Вот он уже готов к отправке. Вот тут дым какой-то выходит, да? Садишься такой. Поехал. Ай, залазьте. Залезаем внутрь. Ну да. Настя, пробуй ехать вперед. Получается, нет? Не получается. Батарейка, наверное, кончилась. Но мы нашли вот такой старенький, да? Поезд. Да, мы пойдем смотреть.
пару фоток тоже тебе залучил. Табличка, нет? Тут даже подвали вот такие поезда, да? А мы и не знали. Поехали. Монетку закинули? Зашли вот такой вот зайцев маяк. И интересный такой перевозик. Интересно, надо будет тут сваливать.